Хайога, с вами Шмики, мы продолжаем пройти рупа, называем Вигил. Окей, тут что-то уже у нас лежит. Метательные ножи. А, это быстрое, так сказать, использование у нас. Так, окей, это у нас, если я пойду по мосту. А если сюда? Ага, туда я уже не пойду. Понятненько. Новый уровень. Навыки. Ну, в принципе, я говорю, мне еще два уровня поднять и все. Чтобы, если вдруг что, я оставался... подожди, а враги восстанавливаются? Ага. И склад тоже тут есть. Метательный нож, небольшой, но очень острый клинок, предназначен для метания с дальних расстояний. По факту я могу сейчас быстренько поднять себе еще уровень. Я не думаю, что враги поднимаются вместе со мной. И жалко то, что я не могу остановиться, чтобы не атаковать врага. То есть, если я атакую, я не могу сразу ворот сделать, пока она не сделает до конца атаку. Как вы понимаете, пока что я чисто уровень апаюсь. Хотя бы для того, чтобы... быть в шоу состоянии. Так, уже смотрю, поменьше мне дают всего. А, уже все. Ну, тогда, думаю, сейчас я сохранюсь, и мы отправимся. Хотя, давайте я быстро навыки вкачаю. Подтвердить. Ладно, давайте до конца уже. Так, мне нужен двойной прыжок. Интересно, тут есть что-то типа того? Да.
Вот мне интересно, что... А какой тут штраф, мне интересно? Потому что деньги у меня, ну, нигде не показываются. Все отлично. Хорошо, что враги тоже по уровню не поднимаются. Так, изучите. Откройте инвентарь. Бла-бла-бла. Для сотворения заклинаний нужна мана. Стоимость заклинания указана справа от знака предмета. У каждого заклинания свое время перезарядки. Также заклинания влияют на ваше магическое состояние. Так, как я понимаю, здесь будет сокращение пути. Да, падать вниз очень опасно. Хотя интересно, если упаду, что будет? Блин, я просто понимаю то, что я туда не допрыгну. Так, по этим камням можно забраться. Тут что-то... Там что-то есть. Какой-то камешек. Так, ну, в принципе, это я все прокачал. Я мог в выносливость еще вкачиваться, но мне нужно урон вкачивать. Так, что дальше? Блок работать на быстрее. Пройти еще одну комбо-атаку после трех обычных атак и нанесите дополнительный урон стойкости. Нажмите кнопку атаки после третьей. Нужно будет вот это вкачать, потому что, мне кажется, оно будет довольно полезное. Это понял. А, там рыцарь. Ставьте блок и поглощайте наносимый урон вам. Объект поглощения урона определяет параметр поглощения в блоке. Улучшенный навык владения мечом, чтобы остановить парирование и добивание. Удержите, чтобы провести заряженную атаку и нанести огромный урон. Проведите критическую атаку и сокрушите защиту врага, требуя удар кометы. Используйте для смены стрел.
Блин, мне интересно, зелье исцеления, сколько их вообще можно использовать? Так, потрепанная этикетка. Собственная Стива. Вора найду и прибью. Текилом. Так, пузырь слизи. Пузырь, в который формируют споры. Нового поколения слизи. Можно продать. Блин, ну перо 3 косаря стоит. Таких 10 штук можно. Если оно одноразовое, можно будет продать. Текила. Напиток с насыщенным фруктовым ароматом и алкоголем. Повышает скорость восстановления выносливости, но при чрезмерном употреблении головные боли гарантированы. А заметьте, это, я думал, это просто как сияющая херня, а это, оказывается, у нас этот. Сова. Чтобы сменить оружие, снаряжение, откройте, блокировать так меню, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Используйте, вы используете несколько типов оружия, нажмите бла-бла-бла-бла-бла. Так, это сокращение пути. Неаккуратная записка. Если что-то одолжите, не забывайте возвращать на место. Свой третий том новой Дигбишира. До сих пор найти не могу. Дюран. Так, что у нас там за клиночки? А ну стой, посторонним сюда нельзя. Ой, так это ты. Извини, не узнал. Ты так изменилась. Дейзи прислала мне письмо. Похоже, ей нужна моя помощь. Неудачное время ты выбрала для возвращения. Танжерин постоянно не в себе. А город уже с которому неделю терроризирует монстра. Да, старушка Танжерин просто рехнулась от беспокойства. Сколько раз Бруно убегала? За сотню еще... Еще не перевалило. Ладно, тебе Яриничай и тому Бруно никогда не уходит так далеко. Ступай лучше к сестре. Ага. Уверен, она будет счастлива, чтобы ты вернулась. Тебе знакома история о славной страже? Это была независимая организация, над которой даже госпожа не имела власти. После битвы с Дигбишер, защитники врат, выступавшие против... Павшие госпожи завоевали огромную славу. А ты знала, что кандидат в городскую стражу должен сначала пройти 5 суровых испытаний? Никогда об этом не слышала. Надо больше читать. Об этом упоминается во многих старинных книгах, например, в Виндвильской хронике. Там сказано, что слово «стража ворот» имеет метаморфическое значение. Это некий символ. Я родился в неподходящее время, посмотри на меня. Шалудинский пес, который сидит здесь и гавкает на пустоту. Ты слишком строг к себе. Стража Майи защищает город. Это почетная работа. Думаешь, ну теперь-то все изменилось. Так, ладно, что здесь у нас? Взаимодействовать. Так, понятное дело, что я могу туда пойти. Но я пойду сюда, я сохранюсь. Ну, видите, то есть в какой-то степени здесь хорошо сделали, что сохраниться можно. Но нужно найти сокращенные пути и все в таком духе. Вот, я вижу, я что-то им ломаю, когда атакую. Так,
Так, там что-то есть, я хочу это достать. Подсказки. Так, вонючий шлем и записки обновлены. Стоп, это же головной убор был, разве нет? Ладно. Славный страж. Подожди, это типа задание? Я нашла вонючий шлем под мостом Майи. Может быть, он кому-то нужен? Окей. Так, вонючий шлем. Внутренняя поверхность шлема полностью засалена и покрыта перхотью. Ясно, что его владелец не заботился ни о чем и ни о себе. Ни о нем и ни о себе. Мне интересно, сколько вообще может быть хилок. Чертов Грэм! Это пройдоха сбежал без предупреждения. Теперь мне достаточно всего его смены. Чуть не круглые сутки торчу на службе. Но все равно удачи ему, пожалуй. Я не думал, что Грэм может учудить такую. Эх, молодежь, хотел бы я влюбиться настолько, чтобы вот так все бросить. Так ты уже влюбилась, разве нет? Замолчи, старина. Если Стив услышит, то непременно разболтает на весь город. Так, значит, это не им нужен шлем. Меч как клинок используется жуткое слияние и поглощение крови свежих жертв. Моя Бруно пропала. Танширкин. Где капитан? Мне нужно поговорить с капитаном. Я везде искала, но нашла только кровавое пятно у водопада. О, богиня. Успокойся, женщина. Моя малышка, моя Бруно пропала. Бруно опять пропала? Может, ее уволок тот монстр? Это невозможно. После того, как капитан закрывает ворота в городе, не прискочит ни мышь. И уж тем более, какой-то там монстр. Тогда, может, он убежал с Грэмом? Понимается... Так, помнится, в прошлом году по майорской день уже был. Такой же случай. Да как вы смеете клеветать на мою дочь? Это все Грэм виноват, гадкий язычник. Ты на других тоже не клеветай. Тебе не повидать... Тебе и... Повода не надо, чтобы Грэм обвинить, но даже страж никогда не может заметно вывести из города после закрытия ворот. С этим разберутся, а ты ступай домой на случай, если Бруно вдруг вернется сама. Ох, золото мое, где же ты? Да-да, нужно идти домой. Вдруг она вернется. Нужно бежать домой. Так, я вижу магазин зелий. Ты вернулась в тяжелые времена. Здесь повсюду хаос. Я могу чем-то помочь? А ты изменилась. Это из-за подготовки, которую проходит дозорная. Если правда хочешь помочь, избавься от гигантских чудовищ, что бродят вокруг города. Оно уже убило многих стражей, которые проглатывают людей целиком. Я прикончила его по пути сюда. Что? В одиночку? Да, в одиночку. Что-то не так? Нет, вовсе нет. Просто удивлен. Это прекрасная новость. Поверить не могу, какой ты стала сильной. Мне нужно отозвать людей, может отнести послание капитану. Он ждет моего донесения на заставе. Скорее всего, ты найдешь его наверху. Короче, побочные задания. Нужно сказать капитану, что бродивший вокруг Майи монстр убит. Да короче, здесь у нас есть сюжетные задания, есть побочные задания, нихера себе. Магазин Эдония. Окей.
А чё, я без оружия? Привет. Значит, ты есть та самая дозорная? Меня зовут Идея. Я могу тебе помочь? Я всегда за несколько минут очень хорошо помочь. Разве не здорово? Совсем немного монет могут продлить вашу жизнь. А, так эта херня стоит 15. Всего можно 10. Но я пока... ну, так сказать, оставлю денежек. Горючая смесь. Ее рецепт известен с давних времен. Так, метните сосуд монстра, чтобы нанести урон и постарайтесь не обжечься. Блин, на самом деле я не знаю, ну типа... А вдруг я найду по пути, так ведь? Кстати, я всегда интересовалась дозорными. Может, как-нибудь задержишься ненадолго? Расскажешь о себе? Бруно и правда давно никто не видел. Мы тоже не за нее переживаем. Но от нападения Танжерии пользы никакой. Я всегда считаю Бруно такой же, как ее мать. Ревностной последовательницей богини. Но на померкший день в прошлом году. Что ж, люди часто не оправдывают ожидания. Можно изображать все, даже религиозность. Наверное, кроме Танжерин. Тут не осталось истинных верующих. Ты уже знаешь о чудовище, что бродит за воротами? Говорят, ростом она выше 3 взрослых мужчин и может охватить людей целиком. Тварь уже убила нескольких стражей. И когда она нападет на город, лишь вопрос времени. Мы всегда доверяем капитану Карлу. Ну, Дюрану или Рэндаллу. Так, кузнец. Давайте я сюда потихоньку потом пойду. Так, окей, это выход с города. Так, склад припасов, поехали. Трэмбл в Санджи. Я случайно... Так, я лучший стрелок столицы, своего рода заместитель. Сам император пожаловал мне почитание звания. Но мои главные таланты — умение разгадывать загадки и шрифты. Вот почему я здесь. Правда, на этот раз император поручил мне сложное задание и весьма необычное. Кто бы мог подумать, что его заинтересуют пророчества кучки жрецов-язычников. Обезумевших от наркотиков. Даже не знаю, с чего начать расследование. Эти шарлатаны просто несут какую-то чушь, а парни вроде меня потом гибнут, пытаясь расшифровать их темные речения. Хорошая весть, что в этот раз я приехал один. Может, не опасаться за жизнь напарников? А что, близ Мэйн? Пропал кто-то еще? И не только мэйр. Сообщения о бесследно пропавших людях приходят со всей округи. Но все улики ведут в одно место. Хочется стать моей правой рукой и использовать волю императора, сражаться со злом. Своей безграничной мудростью он послал сюда меня одного, ибо я знал о нашей встрече. Вместе мы разгадаем его загадку. Приказы императора меня не касаются. Но я с радостью приду на помощь любому, кто хочет защитить жителей Мэйер. Тогда благодарю тебе от имени от имени богини. Если узнаешь что-нибудь о пропавших, обязательно сообщи мне. Имперский детектив. В городе прибыл чужие семьи, интересующие язычниками. Никогда и не слышал, чтобы тут был хоть один. Возможно, чужеземец отправил сюда по ошибке. Ой, я вижу, там какой-то секрет есть. Вот видите, я должен, по сути, туда достать. Стоп, а может как раз двойной...
тройной удар мне позволит до туда дотянуться. Селен. Странно. Разве это здесь не дом? Ты уверен? Так, ты вернулась отметить с нами померкший день или на день рождения Дези? Хотя стой, она же совпадает. Дези написала мне письмо и попросила приехать. Ну раз уж ты здесь, может отнесешься старичке торт? Торт вышел просто за глядение. Если хочешь, можешь попробовать впервые. Я не против. Это ты испекла? Дези заслужила немного счастья. Даже не представляю, как она обрадуется, увидев тебя. И торт. Ну что стоишь, ступай домой и сделай сестре сюрприз. А мне пора назад в таверну. Если что, заходи к нам выпить. Тортик, тортик, тортик. Дом. Дейзи. Померший день, самый важный день в году. Нужно много подготовить к празднику. Будет здорово, если она сможет приехать. Она сейчас выполняет поручение дозорных. Может, в этом году загляни домой? Мы уже несколько лет вместе с ней спраздновали мой день рождения. В этом году мне 16. Она не могла забыть об этом. Может, на всякий случай прибраться в доме? Или приготовить ее любимое блюдо? И, конечно же, мой особый напиток. Ой, кто-то стучится. Дейзи, ты здесь? Я вернулась. Селен испекла для тебя торт. Представляешь, наша Селен. Дейзи, ты где? Записка Дейзи. Шестиугольная свеча, каждый год она мне нужна, и каждый год я забываю купить новую. Ритуальная блуза. Даже не знаю, куда она подевалась. Наверное, придется у кого-нибудь одолжить ритуальный колокольчик, если так и не найду его. Нужно попробовать попросить у сестры Жасминовой. Найти Дейзи. Наверное, Дейзи куда-то отошла. Нужно ее найти. Ого, Селен, привыкшая возиться с выпивкой и закусками, испекла торт. И даже ждала возле дома, чтобы вручить его. Шестиугольная свеча. Может, у Бруны есть шестиугольная свеча? Надеюсь, она одолжит штуку. Помню, что монахини раздавали людям в церкви ритуальные колокольчики. Где найти ритуальную блузу? Может, у нее есть еще какая-то? Да, с доп. Миссиями постоянно нужно будет бегать туда-сюда, мне кажется. Кольцо с флетиром. Сингховер. В последнее время могильщик стоит и ведет себя странно. В смысле, он всегда был чудной, но сейчас стал чуднее обычного. И все из-за того, что... Забудь. Так в чем дело? Ни в чем. В последнее время могильщик... Текила. Куин. Бруно уже несколько дней никто не видел. Чем вообще занимается стража? Все считают Бруну набожной и скромной девушкой, но она на самом деле... Она любит посмеяться и развлечься. Это все Танжерин. Ну да ладно. Ей очень нравился тот гимн. Как там его? Коль в сердце и глаза не расстроит цвет, молись богине, и она пошлет тебе ответ. Пошлет ответ? Иронично, правда? Свон. А, тренировки дозорных, правда, такие суровые, говорят. В детстве мне так как-то попалась книжка про дозорных, когда мама узнала, заставила молиться богине и просить прощения. А библиотекарь, оставившая книжку без присмотра, она устроила настоящий разнос. Так там, правда, насколько сурово? В книге говорит, что дозорные едят только сырую пищу, соблюдая обет безбрачий, и не могут отращивать бороду. А еще есть... Конан Мерцанин. Это правда? Так, это было, окей.
Что-то ты долго. Уже поговорила с Дейзи? Пока нет. Эх, богиня, вот где она все пропадает. Ага, то есть... Сказать, что Дейзи куда-то пропала, не могу, да? Дом Магдарса. Добро пожаловать в мой театр, Магдарс. И пусть он не так велик, как театр моего родного города, мастерства института актера не зависит от размера сцены, не так ли? Итак, моя славная зрительница, какую будоражащую историю ты хочешь услышать сегодня? Может, о том, как отважный Магдарс, не моргнув глазом, отдал правую руку, чтобы спасти девочку из лап гнусных язычников? Девочка? Обитателям пустыни жалость невиданна. Если кто-то ослаб, ему перерезает горло. А если ты хочешь уберечь бедолагу от такой судьбы, придется пожертвовать чем-то очень важным. Магдарс пришлось отдать правую руку, а ведь это была его последняя правая рука. Останься рука при нем, возможно, он сумел бы поймать стрелу после... вонзивший той самой девочке прямо в шею. Жаль, такая жертва. Все попусту. И это в мире, который якобы благословение богини. Такая вот сказочка. Ты заходи еще, а потом позволь отклякаться, красавица. Ты еще здесь, красавица? Я уверен, что богиня тебе не оставит. Ты дал руку не зря. Это был достойный поступок, настоящий подвиг. Судьба тебя вознаградит. И где ты только набралась этой ерунды? Уж не канон мерцания ли? Я верую в ее милость. Думаю, и ты тоже. Ха, откуда тебе знать, во что я верю? Да плевать я хотел на твою богиню с ее каноном. Канон мерцания — просто слово. Они никогда не благословляют, лишь указывают путь. Я же слышал, но никак так и не смогу меня убедить. Никакой высшей силы, красавица. Все мы просто разумные куски мяса. Кстати, меня заинтересовал твой протест. Это ведь необычная вещь, в нем есть нечто особенное. Ты правда так думаешь? Интересно. Помогай мне, правительство дало напутствие. Однажды ты передашь эту вещь истинному владельцу. Когда время придет, ты поймешь. Думаю, это ты. Возьми это. Рука теней. А ты настойчивая. Ты что-то от меня скрываешь. Думаю, твои баги не так просты, как кажется. У них есть своя мудрость. Правительство сказала, истинный владелец потребует повидать то, что ты не хочешь рассказывать. Если истинный владелец — это ты, не ответит на твой взов. Не понимаю, о чем ты. О, ветер. Я говорю о ветре. Все мы лишь местилище высших существ. И знаешь, кто является местилищем ветра? Я. Представление окончено. Начинается игра. Отыщешь меня, мои духи перейдут к тебе. А пока позволь откликаться, красавица. Куда он пропал? Окей. Мне нужен двойной прыжок, либо что-то типа того. Дом профессора. Так, видно, что на чердак есть проход. Так. Врачевание ран. Лихорадка, отеки и боль. Наружная мазь из оринки. Внутрь жаропонижающее. Раздражение кожи. Аккуратно нанести 45% раствор красного песка. Рецепт красного песка. Ложка протертой аллей травы.
полтора ложки пуалы дульчатой, две горсти коричневого сахара. Зелье исцеления. Тернистая тропа 11.6. Мочение Пелла учит... Так, можно? Да, можно. Мученик Пейс учил, что немыслимая боль позволяет обрести прозрение. Жертва истяжения суть одного и того же. Синий есть утрата. Под мерцающим светом и в руке богини. Дверь заперта. Кузница. Посмотрим, что в кузнице. О, нихера, тесачок. Я бы такой взял. Закаря. А, это ты. Хорошо, ты здесь можешь посмотреть, что у меня есть. Но товар с дефектами, я не сделаю скидку. Перековать можно. Все снаряжения, кроме колец, можно перековывать и улучшить его параметры до 150%. Используйте камни мерцания, чтобы повысить уровень снаряжения. С 1 до 3, с 4 по 7, и с 7 понятненько. Зачарование. Все снаряжения, кроме кольца, можно зачаровать. Все в игре 6 типов камней. Ну понятно, огонь, сила, магия, как в обычном, да? Внимание, предмет можно зачаровать только один раз. Если вы наложите новые чары, эффекты прежнего камня будут потеряны. Понятно. Торговля. Что у тебя есть на торговлю? Длинный лук дозорных. Легкое оружие, сделанное специально для лучниц. Немного короче обычного длинного лука. Пальто спячки. Шедевр знаменитого старинного портного. В районе шеи осталось пяти от чего-то маслянистого, но запах с годами уже давно выветрился. Разорванный и покрытый неряшливыми... Бля, чё у меня в глазах буквы плывут? Заплатами перчатки, возможно, их владелец рассчитывал как следует... Заштопать их позже. Сшитые из кусочек кожи, которые остались после изготовленной пальто. Далеко не самая стильная обувь в мире. Доспехи стражу. Металлический нагрудник, украшенный изысканным узором. Со спины в нем присутствует роскошный алый плащ. Говорят, что эти изысканные перчатки принадлежали славному стражу, так что им можно сделать... Хватать любого оружия. Хорошо защищает ноги, но слишком тяжелые, далеко в них не уйдешь. Но зато они идеальны для тех, кто много часов стоит на месте. Железные стрелы. Заточенный железный наконечник наносит большой урон, но такая стрела дороже деревянной. Серебряная стрела, ходят слухи, что так это мы считали. Ядовитая стрела, от нее наконечник исходит неприятный запах. Он пропитан ядом. Огненная стрела. Хитро сработанный наконечник, пропитанный химикатами, чтобы взорваться после нападения. Попадания. Накидка дозорных. Обычная накидка, которая помогает своему владельцу слиться с окружением. Дробь. Такие свинцовые пошарики выглядят не слишком грозно, но на деле это смертоносные боеприпасы. Совиная маска. Маска, напоминающая морду совы. Совиная шляпа. Выглядит очень стильно. Но практически не защищает своего владельца. Так. Но я думаю, я куплю вот эти две вещи. Сокращать негативные эффекты. Трика стоит. Хера себе. Так, защита и стойкость. Защита 4, стойкости 20.
Ну понятно, что намного больше лучше, чем мои. Я могу купить это все, но. Так, 26-29. Ну я просто не знаю, а вдруг мечи будут еще лучше. Типа я могу один раз, да, улучшить. Ну все, хватит. А, зачаровать. А у меня ничем, да? Закрой за собой дверь. Так, снаряжение. Фу, я думал, у меня сейчас игра вылетит. Так, короче, светящиеся камни самоблагословения богини. Из такого сырья я смогу сделать более мощное оружие. Так, давай, наверное, торговля. И я продам свою шмотку. А, только за полцены. Но не суть. Как-то здесь очень мало локаций. Горный пер... О, уже 4. Еще будет, ну сколько? 12. Здравствуйте, дозорно. Позвольте представить, я Исидра. Здешний управленец. Если хочешь оставить что-нибудь в безопасном месте, обратись ко мне. Я предложу решение. Не волнуйтесь, сохранить гарантирую. Но мои методы коммерческой тайны. Наша общая маленькая тайна. В принципе, я могу одну метлу продать. Нахер она мне надо, так ведь? На складе... На склоне Лэд Уайман начал погружаться в пучину безумия. И этот артефакт тому свидетельство. Сотканная из теней рука схватает монстра перед вами и медленно вытягивает из него жизненную силу. Что это вообще такое? Список Дейзи. Припрятанное чужое имущество в надежном месте. Моя специальность. Надеюсь, еще встретимся. Так, подожди, то есть то, что меня убьют, я могу все потерять? Хотите сказать не это? А да, она такая дешевая. Вашу призрачную копию. Рука славы. Прежде чем исчерпать навсегда знаменитый вор, отрезал себе руку и в знак того, что... Так, подожди, я хочу... Что это за рука хотя бы? Я не могу пропустить тебя без разрешения капитана. Ясно. Где мой шлем? Сколько же я вчера выпил? Шлем? Не тот ли, что у тебя на голове? Ха, это шлем Грэма. Но я его не крал. Так, временно позаимствовал. То есть украл. Ты как со мной разговариваешь? Да, ты знаешь, кто я? Я страж ворот Майя. Никто без моего разрешения не входит в город и не выходит из него. Допустим, но шлем ты все равно украл.
Да не хотел я ничего красть. Но если это тебя так волнует, помоги найти мой шлем, и тогда я верну этот Грэму. Это твой шлем? Ой, и вправду мой. Здоров. Вот твоя награда. Очень ценный экземпляр моей коллекции. Хи-хи. Тебе повезло. Так, что мне дали? Письма Дюрана. В последние письма ты пишешь, что кандидаты в городскую стражу должны быть пройти 5 испытаний. Удивительно, где ты это прочел? Если страж... Так, если стража ворот иносказание, то стража определенно обозначает некий защитника. Но что они защищают? Из-за... Даже не знаю, какой из источника посоветовать. Наверное, Линдивильскую охраннику. И битву за Дигбишир. Ой, получается тогда два источника, а не один. Из-за... Ты хочешь встретиться? Конечно. Я бы тоже хотел, но тут нечего интересоваться, только старые книги. А дорога займет целый месяц. Так что едва ли ты сможешь выбраться из-за... Из-за это кто-то... Горючая смесь. Капитан запер ворота, потому что за городскими стенами бродят монстры. Но это правило только для обычных горожан. Впрочем, люди говорят, Бурун тоже унес монстр. Некоторые думают, Бруно пропал не просто так. Якобы к этому имеет отношение Грэм. Ха. От какой... От такой мамаши, как Танжерин, я бы сам сбежал. Если без шуток, мне не по себе. Тут явно что-то не так. Никто не видел, как они покидали город вместе. Не знаю, думаю... Ее исчезновение вообще никак не связано с Грэмом. Капитан Карл. Вот это да. Это ты. Давненько не видались. Вернулась отметить померший день? Меня прислала... Так, ваш помощник просил передать, что с протологом за воротами покончено. Хвала богам. Лучшая новость за последнее время. Это же ты его убил? Быть моя стража хоть половину так... Так расторопные. Бруно бы отыскали еще несколько дней назад. Как думаете, что с ней случилось? На первый взгляд, Грэм просто помог Бруне избежать от назойливой опеки. Но есть у меня сомнения, особенно теперь, когда профессор упомянул о некоторых монстрах. Может, монстры вовсе не виноваты? Я им именно из-за них сюда приехала. Дэйзи об этом писала. Танжерил уверил, что видел кровь после водопада. Возле водопада. А в последнее время монстр так... там так и шастает. Богиня, надеюсь, это просто совпадение. Предоставьте это мне. Раз уж Дейзи попросила меня вернуться, ситуация и вправду серьезная. Замечательно, тогда поручаю оба дела тебе. А еще возьми это оружие. Мы выкупили его для борьбы с проглотом, но раз ты уже убил его, оно по праву твое. Железная алебарда. Эй, только стража может заходить на кладовую заставу. Хотя на самом деле в кладовой ничего особенного ценного. Так какой личной вещи, да, ключи от парочки общественных зданий. Если бы не склонность Стива к воросу, капитан не заставил бы меня сторожить кладовку. А почему вы его не уволите? Тебе не понять. Становимся стражами, мы принимаем на себя этот долг пожизненно. Прямо как у дозорных. Так, ну что, в принципе, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. Серия, конечно, вышла здоровой, чисто из-за того, что мы изучали город. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.